Судья Лускарем, судогород Саратова, пресс-секретарь Горелый, существенный прокурор, лица начальника отдела прокуратуры Саратовской области Шандракова, заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Саратовской области Маркова, обвиняемого Плеханова Дмитрия Петровича, 07.07.68 года рождения, работающего главы Английского муниципального района Саратовской области, защитник адвоката Кириллина. Рассмотрев постановление руководителя следственного органа Маркова о возбуждении ходатайства о временном отстранении от должности Плеханова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 285, часть 2 КР, постановил отказать в удовлетворении ходатайства руководителя следственного органа Маркова о временном отстранении от должности главы Энгельского муниципального района Саратовской области Плеханова Дмитрия Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 285, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 15 суток со дня вынесения. Судебное заседание объявляется окончанным.